мы переходим на качественно новый уровень медицинского обслуживания. Чтобы стать участником новой системы медицинских услуг, необходимо собрать минимальный пакет документов. Собственное заявление, свидетельство о государственной регистрации юридических лиц, копия лицензии на медицинскую деятельность, сведения о лицах, ответственных за ведение информационных систем. Контракты будут заключаться на конкурсной основе с медицинскими организациями, вошедшими в единую базу. Государство гарантирует сохранность активов Фонда социального медицинского страхования.